Сегодня Израилю нужно сильное правительство, крепкое правительство, которое может сделать все, что нужно сделать. Но у Израиля его не будет, пока люди его не потребуют. Надо потребовать сильное правительство и дать ему карт-бланш на 4 года, чтобы оно сделало все, что нужно. Пусть оно остановит интифаду, проведет экономические реформы, и через 4 года мы дадим вам такое государство, какое должно быть. Если Израиль не сделает это, не убедит людей взять свою веру в свои руки, тогда я не знаю, что будет. Я понимаю концепцию чрезвычайного положения, когда одна партия формирует правительство. Проблема в том, что вы объявляете референдум, не выбрав партию. Если вы принимаете правительство, выбранное народом, тогда определять политику должна будет любая победившая партия. В условиях референдума сказано, что в выборах имеют право участвовать только те партии, которые примут данную платформу. Чтобы участвовать, партия должна принять эту платформу, иначе это нелегальная партия. Если посмотреть на последние выборы, то Каах будет единственной партией, которую допустят к выборам. Я так не думаю. Я думаю, что в Израиле есть немало групп, которые втайне хотели бы сказать то же, что говорит Кахане. Но им не хватает смелости, особенно перед лицом этого запрета на расизм. Вот они и молчат. Наверняка Тхия хотела бы высказаться, если не принимать во внимание ту сумасшедшую женщину. Я хочу сказать, что они все это поддерживают, но не могут говорить об этом, потому что это расизм.